Так, пацаны, специально для вас снимаю видосик, показать, что такое эпоксид и разницу между кислотой и эпоксидом. Сколько лет? Года 4 назад делал ты ее? 5? 4. Да. Короче, капот был сделан через кислоту. Я тогда к Лехе заезжал, пытался объяснить, что такое кислота, что такое эпоксид. Капот был сделан только через кислоту. Вот здесь, вокруг вот этой была коррозия, как бы, и сейчас в принципе все отлично, даже там, где сколы присутствуют, никаких надутостей, волдырей, ничего, как бы, то есть, ну, сколы, да и сколы, ну, вот это вот кислота с акрилом, а вся остальная тачка была сделана через эпоксид, и вот, вот эпоксид, вот. Вот, дует, вот даже без вот просто дует под эпоксидом, ржавеет. Вот эта арка вообще была идеальная, говорит. Вот. Так что эпоксид — это смерть машине. Выводы сами делайте. Жуки. Ну, вон он беленький, серенький, да? Ну. Угу. Однако тут эпоксид что захерил. Вижу, я, Алёха, уже тогда знал. Поэтому я до тебя... Хотел достучаться до тебя, а ты, видишь, тогда только капот сделал, и вот на единственном капоте нет проблем. Ну, уже здесь, возможно, дырка, да, уже пропесочишься, и уже все, будут дырочки.